Привет всем любителям симулятора авто. С вами, как всегда, Алекс Гейм, канал игр. Итак, польское издательство PlayAway можно поздравить с анонсом безумного симулятора Трасса 66. В Road 66 симулятор мы сможем прокатиться по самой знаменитой Трассе 66 и провести время так, как хочется. Заезжать в бары, набухиваться, глотать всевозможные таблеточки, останавливаться в мотелях, снимать, заводить новые знакомства, но вначале на поездку надо заработать. А затем отремонтировать машину и собрать вещи, не забывая при этом пару ящиков пиваса в дорогу и еще чего-нибудь интересненького и веселенького. О сроках релиза издательство пока не сообщает. Но по некоторым данным, игра появится в продаже уже в конце текущего года. В игре присутствует русский язык. Остается наслаждаться трейлером и ждать релиза. А с вами был, как всегда, Алекс Гейм. Всем хорошего настроения и до скорого. Пока-пока.